Всем привет! Вчера сделал два вот таких рыболовных экстрактора. Ну и по совету моего подписчика, постоянного, скажем так, зрителя, сегодня я их немного модернизировал. А именно, просверлил отверстие, вставил ушную палочку, заплавил, сделал вот такие вот подвесики. И на носик одел кембрик. Так будет гораздо удобнее, то есть при транспортировке вы уже точно не поранитесь. То есть в рабочем состоянии сдвинули кембрик, достаете крючки, потом раз его обратно. Вот такая вот вроде небольшая переделочка, а сразу же заиграла по-другому. Так что берите на заметку. Всем спасибо за просмотр, всем пока.